Сегодня 22 июня, день, который 80 лет назад перевернул историю мирного времени нашей Родины. С 1996 года он в Российской Федерации именуется как День памяти и скорби. А в канун этого дня по всей России зажигали свечи памяти. Акция «Свеча памяти» – одна из самых поддерживаемых традиций новейшей России. 16 лет назад ее впервые провели в Тюмени. Наша республика присоединилась одной из первых. В Чувашии, в Чебоксарах эта акция проходит уже более 10 лет. И направлена она была на главное – рассказать молодежи здесь, в этом святом или в священном месте, в Парке Победа, о основных событиях, которые переживали наши прадеды, деды, прабабушки, прадедушки, и через что им пришлось пройти для того, чтобы сегодня над нами было мирное небо. За годы войны на фронт ушли более 200 тысяч жителей Чувашии, лучшие сыновья и дочери, пятая часть населения республики. В темноте одна за другой вспыхивают свечи. Это огоньки памяти возвращают из небытия давно ушедшие образы. Чей-то прадед, чей-то дед, чей-то отец. У меня, во-первых, отец воевал. Воевал до 42 года. Вот. Потом у меня дед Алексей погиб в войну. Так что у меня впечатление, конечно, до слез. Сколько имен смахнуло с карты памяти не дрогнувшая рука войны. Каждую минуту Великой Отечественной переставало биться 10 сердец. Свет, померкший для них, вспыхивает вновь спустя 80 лет. Члены партии и волонтеры «Единой России» в канун 22 июня по всей стране рисовали огненные картины войны. Эти мозаики из свечей символизируют вклад каждого региона в дело Великой Победы и объединены одним лозунгом «Помним». Это дата скорби, дата памяти по тем, кто не вернулся, и по тем, чья кровь течет в наших жилах. Ульяна Пятакова, Алексей Зотиков, Павел Рядков, Республика.